Вы достаете устройство из коробок, подключаете к локальной сети, нажимаете на одну кнопку в прямом смысле этого слова «сделать хорошо», и система автоматически конфигурирует, задает адресацию. За счет внутренних протоколов аутентификации устройства между собой дружатся. И второй ключевой момент всего этого – это высокий уровень защищенности. Информация, передаваемая между всеми элементами системы, от камеры до конечного рабочего места, передается и хранится в зашифрованном виде. Это первый момент. За счет инструментов шифрования и идентификации получить туда доступ сторонний нарушитель очевидными и простыми методами, которые сейчас часто используются с вами, коллеги, сегодня утром с кем-то вели этот разговор, получение несанкционированного доступа. По факту, в нашем случае это будет, если не полностью невозможно, то значительно затруднено. В невозможности всего чего угодно в этом мире быть уверенным, к сожалению, нельзя.